Телеканал КРТ представляє. А вот вы как врач, объясните, пожалуйста, вот еще такую историю. А вот у нас же есть, получается, вот медицинские вот, вот врачи, медсестры. И вот сейчас вот все кинулись покупать аппараты искусственного дыхания. Я так понимаю, будут покупать на мировом рынке все, что есть. Ну, потому что надо всем практически. И мы здесь понимаем, что купят просто очень-очень много всего. Это и частные инвестора покупают, это и государство. В общем, пытаются на рынке что купить, вот, ну, вот хоть что-то купить. Они приедут в больницы, дадут им нашим врачам, медсестрам и скажут, ну, давайте. А как ими пользоваться? Эти врачи же не прошли или медсестры курсы, как их использовать правильно. То есть там же как минимум надо там хотя бы недельку, две-три понять, что это за аппарат, как им пользоваться. То есть хотя бы курсы какие-то пройти. Очень правильный вопрос. Получается... Очень правильный вопрос. Ну, поэтому вот дальше, когда я говорю, что вот китайцы создавали эти большие клиники, да, это и подготовка персонала для работы на оборудовании, унифицированном оборудовании. Когда сейчас купят разное оборудование, хотя на самом деле в основном покупают, сейчас только Китай продает. Все остальные страны уже прекратили продавать, но не про то речь. Можно разных много заводов, да. Поэтому. Но если говорить о том, что нужна ли подготовка персонала специальная для работы на оборудовании новом, это очень важно, потому что взять какой-то аппарат даже грамотному врачу, нужно к нему приспособиться. Тем паче, когда ты лечишь и спасаешь жизнь человека с нозологией, с патологией, которой у тебя в жизни, возможно, и не было. Потому что атипичная пневмония, вызванная этим коронавирусом, откуда у нас опыт? Я вам расскажу историю, когда была эпидемия вируса H1N1 у нас в стране. Это конец 10-х годов, 9-й год, по-моему. Я тогда был руководителем одного из областных управлений здравоохранения, и с нашей области начиналась эта проблема. И я увидел, что сколько мест в реанимациях занято пациентами, которые нуждаются в дыхательной поддержке. И тогда я позвонил министру, приехал министр, посмотрел на это все. На следующий год, на следующий день в министерстве был создан штаб по борьбе с вирусом H1N1. Так вот, мы тогда развернули около сотни в этой маленькой области дополнительных мест в палатах интенсивной терапии для кислородной поддержки. Тогда основным аппаратом был аппарат отечественного производства, который создавал излишнее давление, и, к сожалению, очень мало людей живыми были сняты с искусственного дыхания, потому что тот аппарат не позволял сохранить целостную легочную ткань при таких повреждениях вирусом, который попадал в эти легкие. Поэтому это отдельная наука, отдельные выводы были сделаны, и в мире эта практика есть, и это тогдашнее, скажем, незнание или ошибка, они были вызваны не грамотностью врачей, а тем, что есть патологии, которые не были в практике, нету опыта. И сейчас же нету опыта достаточного. Наши врачи учатся на марше, и хорошая их компетенция и подготовка позволяет это сделать. Но если это еще и осложнено тем, что нужно быстро запускать новый аппарат, опыта на работы, на котором нет, это дополнительная проблема. На самом деле, я думаю, что вот китайцы так быстро среагировали на вот эту эпидемию коронавируса 19, да? Потому что они учли уроки прошлых эпидемий коронавирусных инфекций и гриппа, которые вызывали нетипичную пневмонию. И этот вирус был абсолютно тропен к альвеолярной ткани и вызывал нарушение альвеолярной ткани. Фактически, что сейчас? Фиброз в легких – это превращение альвеолярной ткани, кислород переходит из альвеол в кровь, превращение сначала в рану, а потом в фиброз, то есть в соединительную ткань. И легкие теряют свою функцию, функцию насыщения крови кислородом. Человеку не хватает кислорода, он умирает от этого. Поэтому как бы китайцы, имея этот опыт, я вас уверяю, так быстро среагировали и развернули, потому что ушли уроки прошлого. У нас, к сожалению, в ходе этих всех реформ и изменений, равно как и в Европе, потому что слабость общественного здравоохранения. Хорошая медицинская отрасль,
которое лечит больных и старых, слабое общественное здравоохранение, которое не зарабатывает деньги, которое должно содержаться государством во имя сохранения здоровья, а не лечения. И в Украине эта составляющая была утрачена, к сожалению, и составляющая развития медицины как технологии абсолютно недостаточно, а где-то тоже утрачено. И вот поэтому страшно.